Название запомнить просто. Поселок Потанино. Именно об этом родном месте Александр Шушарин под псевдонимом Шуша написал рэп. Про место я вам расскажу, где родился и вырос. Это родина моя, из памяти не вырезать. Возле лагеря строгого жил, года пролетали. Название запомнить просто. Поселок Потанино. Александру Шушарину 38. Почти всю свою жизнь он провел в Потанино. 6 лет назад уехал из поселка в Екатеринбург. Там живет с семьей и работает водителем. Часто уезжает на дальние расстояния. Но о месте, в котором родился, Александр не забывает. Ему он посвятил трек. Вблизи Копейска поселок. Километров так за 7 пешком до города раньше. Не уставали совсем, сейчас совсем другое дело. На машине прокачусь, все те же серые дома. На душе немного грустно, ну и пусть. Уехал оттуда давно, там отчий дом, но назад не вернусь все равно. Родина, родители живут, друзей много здесь. Много времени провел, учился, образование хорошее получил. То есть, ну, все, что связано до 25 лет, все связано с этим поселком и с городом. Выполняя поручение по работе, Александр проехал уже 500 тысяч километров. В дороге слушал много музыки. Со временем в голове начали рождаться собственные строки, а затем появился и псевдоним, который образовался от фамилии. Я люблю свою работу, очень люблю. Это моя жизнь, я бы сказал. Сейчас появилось вот это хобби. В дальнейшем, конечно, думаю, что будет наоборот, что это будет основной работой, а то будет хобби. Но, по крайней мере, эти два любимые занятия, они так и останутся в моей жизни. Бросать я не собираюсь. Первый пост появился 10 июня 2020 года. От рассвета до заката мы живем на этом свете. Улыбаемся когда-то, радуемся, словно дети. Позже строчки переросли в полноценную песню. Так за 3 месяца исполнитель выпустил 45 треков, 4 клипа и 2 полноценных альбома «История» и «Катарсис». Готовит выход 3-го. Копичанин рассказал краткий процесс создания. За рулем, к примеру, появляется материал, пишу стих, потом подбираю музыку, связываюсь с битмейкером. Уже у меня Дмитрий, битмейкер есть личный, который со мной давно работает, уже знает настроение, все понимает, как я хочу. С ним связываюсь, он делает музыку, и еду уже с битом, с материалом на студию. Впервые творческий горожанин выступил на городском фестивале народного творчества «Богат талантами Урал». А 21 ноября Александр на своем первом сольном концерте исполнит новый трек «О Копейске». В области Челябинской расположен город. Прослушав трек, утихнет информативный голод. От слова «копи» пошло его название. Рассказываю дальше, чтоб было понимание. Тугайкуль назывался изначально. Был найден уголь в погребе случайно. Шахтерской славы разве не достоин? Как жаль, но не вернуть того, что люди строили.